мои дорогие девочки, вы снова на канале Владислава Мерсин Днепр. Сегодня, как и обещала, я хочу вам показать свадебный макияж. Свадебный макияж сам себе подразумевает что-то светлое, какие-то нежные оттенки, поэтому сегодня я буду использовать вот такие вот два нежно-розовых и вот такой вот светлый оттенок. И, конечно же, я люблю, чтобы все блестело, то есть я буду это все комбинировать с блестками. Поэтому посмотрим, что у нас получится. Вы только посмотрите на эту погоду. Ребята, 5 января. Плюс 16 градусов. Супер. Так тепленько на солнышке вообще. Вот такая вот красота, горы. Сегодня я также в белоснежном наряде в свадебном. Сегодня я невеста. Начинаем мы, как и любой макияж, с той же базы, с того же праймера и тональная основа. Нанесла я уже тональную основу и теперь перехожу к консилеру. Так как у меня имеются небольшие круги под глазами, мы должны их замаскировать. А так как это свадебный макияж, что подразумевает под собой целый день торжества, и, соответственно, он должен, конечно же, продержаться весь день. Поэтому мы хорошенько маскируем все недостатки. Хорошенько запудриваем лицо. Делаем легкое контурирование. Это же свадебный макияж, не смоки ай. Теперь мы рисуем брови. После бровей мы делаем вот такую вот нежную основу под тени. Кладем на подвижное веко. Так как уже зима и губы постоянно у меня сохнут, я использую Carmex. Это вот такая вот гигиеническая помада, бальзам для губ с заживляющим эффектом. Очень подходит, когда, например, есть трещины на губах, она заживляет. Она с эвкалиптом, по-моему, этот Carmex. Вот такая вот штучка. Рекомендую. Для своего макияжа я выбрала два основных оттенка. Вот такой вот самый темный и вот такой вот как бы переходящий в светлый оттенок. Начинаем мы с самого темного. Кладем во внешний угол глаза. Какой бы макияж нежным не был, нам все равно нужен темный оттенок, чтобы сделать переходящий эффект между оттенками. И растушевываем. Теперь кладем вот такой вот посветлее. Конечно же, не забываем за нижнее веко. Подводим светлыми тенями нижнее веко. В самый светлый уголок мы кладем самый светлый оттенок. Самый светлый уголок — это у нас внутренний угол глаза. Теперь берем вот такой вот оттенок. Нежно-нежно-розовый. И кладем на подвижное веко. И растушевываем.
Не забываем про нижнее веко. Теперь берем чуть посветлее оттенок и соединяем наши оттенки. Получается вот такой вот перламутр. И берем самый светлый оттенок. Соответственно, под бровь. Теперь берем оттенок потемнее, кладем в самый темный угол глаза и растушевываем. Теперь рисуем стрелку. И берем, растушевываем стрелочку. Вот таким вот способом я растушевала стрелку. Берем светлый оттенок и соединяем нашу растушевку. Соответственно, самым светлым оттенком мы закрепляем почти наш макияж. Заканчиваем наш макияж вот такими вот перламутровыми блестками. Подводим ресницы, хайлайтер, и губы решила сделать амбре, поэтому начинаем с темного оттенка. Затем берем чуть светлее. Теперь берем вот такой вот светлый оттеночек помад и прихлопывающими движениями прибиваем на наши губы.
Ну что, девчонки, замуж готова. Осталось только найти жениха. Это один из моих вариантов свадебного макияжа. Строго не судите, я все-таки не профессиональный мейкап-артист, поэтому вот что у меня получилось. Девчонки, спасибо большое за просмотр. Я очень рада видеть активность на своем канале. Увидимся в следующем видео.